Всем привет! Меня слышно, да? Запись идет, отлично. Привет, зрители, новички GTA Online. Сегодня я тут стримил, что-то люди спрашивают, как гриндить без банов и прочее в крайнем обновлении для GTA. И, соответственно, я решил сделать этот ролик. Почему нет? Вот. Как я буду делать ролик? Я не буду там выбирать моменты на видео. Я вот заснял с PS4, с обычной PS4, Slim кадры, и буду вот по ходу смотреть, что происходит, и буду записывать, потому что да, почему? Потому что так лучше мне сделать. Где-то я буду затыкаться, чтобы вам смотреть. Там мой голос не нужен. Ну так вот, если вы новичок, вам надо пойти в автосалон новый. Вот. Приходите туда. У вас будет катсценочка. Надо будет заплатить 50 тысяч долларов. Не знаю, если на старте 50 тысяч долларов у новичка, ну, можно какие-то миссии пополнять. 50 тысяч это легко заработать. Если вы на PS4 и у вас PS Plus, и каким-то образом вы добавляли, не знаю, раз в месяц, тем более вот сейчас будет август, в августе будет миллион долларов. Миллион долларов вам очень поможет, долларов. Так вот, приходите сюда с 50 тысяч долларами, покупайте членство и бежите вот к этому мужику и выполняйте задание. Есть три на выбор задания. Просто выполняйте, гриндите себе еще 2 ляма, 1 800 000. Заходите на сайт и покупаете автомастерскую новую. Можно выбрать что получше, но я выбираю Grove Street. Рядом с Grove Street, там рядом автомастерская. Это вот самая нижняя, рядом с доками. И там можно будет купить себе расцветки. Но у вас на все этого не хватит. На эмблему, на персонал, на подъемник. Это все вам пока не нужно. Вам главное просто купить, оформить, чтобы у вас была автомастерская, где вы сможете гриндить задание. Когда вы купите, вы, соответственно, приезжаете, у вас будет тут катсцена, у вас встретите два каких-то неинтересных и раздражающих персонажа. Но, как говорится, переживете. Переживете это. И будете выполнять задания. Будете выполнять задания, будете гриндить. Это новый метод гринда для новичков, потому что все-таки касатка до сих пор лучше. Вот если вы себе все сделаете классно, у вас будет вот такой автосалон. Это 500 тысяч рублей, да, 500 тысяч долларов стоит такая вот красочка. Соответственно, вот мы поднимаемся, идем к доске, и тут мы убираем налет на тюрьму. У вас может быть не обязательно быть налет на тюрьму, вы можете выполнять, что хотите, но мой совет, налет на тюрьму это легче фарм и всего. Дальше вы, когда накопите себе 2 миллиона, ну это 4 или 6, точно не помню, покупаете себе касатку. Но лучше себе накопить 6 или 7 лямов, я точно не помню, вы посмотрите, извините, что я так. И купите себе обязательно вертолет, потому что вертолет нужен, касатку и вертолет. Обязательно копите на касатку и вертолет. Вам понадобится 6-7 лямов. Обязательно. Да, будет не быстро, но лучше, чем выполнять другие задания через эту фарм. И когда вы купите все это, вызовите касаточку. Придете к ней. В данный момент мой персонаж имеет уже вертолет, поэтому я, соответственно, на вертолете прилетел. Хотя у вас тоже будет вертолет, если вы купите сразу весь комплект. И идете выполнять ограбление острова. Надо будет зарегистрироваться с помощью агентства либо мотоклуба. Становитесь шефом. 25 долларов. Помним, что 25 тысяч долларов всегда платим за начало ограбления. Так что вы себе оставьте 25 тысяч. И выбираем собрать данные с острова. Данные об ограблении называется. И вот мы уже на острове. И, соответственно, тут я замолчу, потому что будет такой гайдик. Лучше надо послушать, посмотреть. Вот, смотрите внимательно, запоминайте.
Ну и вот, мы выполнили задание, собрали данные, идеально, думаю, очень хорошо. Напоминаем, мы вызываем всегда через крупный транспорт касатки вертолет. Это вам всегда понадобится во всех подготовительных заданиях. Восстанавливается он 2 минуты, можете уничтожать, платить за него не надо. Дальше запоминаем, что касатку вызываем рядом с городком, около доков. Это будет удобно для всех ограблений. Дальше хочу отметить, чтобы выбрали транспортное средство именно лодочку. Это самое важное, самое легкое будет в задании. Вот, и дальше выполняем уже контрольное задание. Делаем то, что я сейчас все на ролике делаю. И хотел уточнить, я не запомнил, не запомнил, не сообщил, во, о том, что когда вы выполняете первый раз, собираете данные на острове, обязательно сфоткайте бухту, канализационный тоннель, потому что без него вы не сможете пройти по стелсу и собрать огромное количество денег. На ролике я покажу дальше, где надо будет фоточку делать. Я достану телефон. Ну вот, все увидите сейчас в ролике. Обязательно внимательно будьте к этому. Это очень важное уточнение, потому что это надо будет сделать. Вот. И все. Дальше смотрите, как надо проходить это ограбление, чтобы собрать все деньги. И повторяйте. И живите хорошо. Начните радоваться в жизни в GTA Online. Всем удачи. Всем пока. Хорошего настроения. Хорошей игры. Acaba de irse. Hace nada estaba preguntando por usted.
procedure with the tool. Cycle through the fragments and match them up to the target print. Did it work? We must be close now. Lo roban dos veces, se lo aseguro.